Кровопролитная война с королем Личом не утихает. И защитники Азерота продолжают сражаться за мир. Но не может быть мира на земле, которую изнутри сжигает ярость. Набирает силу древнее зло, и оно сотрясет Азерот до основания. Мир уже никогда не будет прежним. Ничто не сдерживает буйство стихий. Калимдор и восточные королевства стали другими. Древние земли расколоты. Повсюду царит разрушение. Но посреди пустыни зародилась новая жизнь. Вокруг оскудевших ресурсов разгораются новые конфликты. В самом сердце океана неистовствует водоворот. Жители островов, разбросанных по Великому морю, покинули родные места, лишившись крова во время ужасного землетрясения. Несчастные беженцы потерпели кораблекрушение у берегов затерянных островов и оказались лицом к лицу с незнакомым врагом. В этот горький час гоблины из Кизана нашли нового союзника — Орду. В то время как на планете бушевала неумолимая стихия, стена Седогрива с незапамятных времен, защищавшая королевство Гелнес, пала. И оказалось, что народ, некогда имевший человеческое обличие, изменился до неузнаваемости. Злобные отрекшиеся вторглись в Гелнес, но давний союзник напомнил о себе и защитил Воргенов, приняв их в альянс. Когда судьба мира висит на волоске, и борьба смертных за власть становится борьбой за выживание, перед героями открываются новые пути к доблести и славе. Смельчакам предстоит встать на пути у силы, сметающей цивилизации. И отважно шагнуть под своды позабытых древних крепостей. Старый мир рухнул. Началась новая эра. Орде и Альянсу остается лишь уповать на чудо. Смертокрыл вернулся.